Луиджи Лукени, итальянский террорист. Зачем вы убили императрицу Австро-Венгрии Элизабет? Ну сколько можно? Сотню лет ночь за ночью вы мучаете меня одним и тем же вопросом. Я давно мертв! Подлое покушение на императрицу Австро-Венгрии. Неужели вы до сих пор не раскаялись в этом? Раскаялись. Было бы в чем. Я не убил ее. Я подарил ей свободу. О чем вы говорите? В нее была влюблена смерть. Мало того, эта любовь была взаимной. Вы псих! Я докажу вам свою правоту. Как? У меня есть свидетели. Какие еще свидетели? Идиоты подлинные! Современники Элизабет. И что же? Я призову их души так же, как и вы призвали мою. И они расскажут вам истинную историю. Итак, дамы и господа, Элизабет! Разрушен мир, погас свет, и зрела плоть пустых тел. Но душам здесь покоя нет, они не спят, их рай сгорел. Ангел без, боль ни за что, ни там, ни здесь, они никто. Трон, смерть, призрачный зал, это их извечный карнавал. Элизабет мертва, ее нет, она ушла сама. Жизнь и смерть была загадкой. Свобода и проклятие. Преданы родными, кто нам ответит, в чем наша вина? Властелин тьмы господин тот, его величество, смерть. Как мир стара легенда, но и сейчас ее вновь проживает каждый из нас. Для света это дружба, для тьмы холодной кровь, для людей манящая любовь. Вы забылись, Лукени? Любовь, смерть, не рассказывайте сказки! Ну как мне вам еще доказать? Тот любил ее, а она любила его! Да вы сами верите в то, что вы говорите? И вам тоже придется поверить в это! Последний раз спрашиваю, кто был заказчиком? Тот, только господин тот! Причины, Лукени! Гранде Амор!